Алексея увидел, решил записать. Он пока еще соглашается. Да, потом да. Он станет звездой и скажет, да я не могу, я занят сегодня. Я вас возьму в долю. А, ну-ну. Это как я предлагаю подписчикам пропить миллион баксов, которые я заработаю, да? Девчонки, 1,90 ростом, молодой, красивый, талантливый, скоро станет миллионером, так что шалаш будет, ну, хороший, пока не уехал к себе домой, быстренько налетаем и знакомимся. Дедушка едет в поезде, а к нему подсаживается дембель, десантник, такой, вес такой, крутой мужик, накачанный такой. И как они с ним врезались, утром этот десантник пошел мыться, делать физзарядку, а дедушка лежит, он говорит, а что у тебя, дедушка, что ты не встаешь, плохо мне, а что плохо-то, да все, вот тут плохо, вот тут и голова болит, ну, тут плохо, я понимаю, тут, ну, голова, это ж кость. Спасибо, Леш, классно. Хорошие мелодии, я думаю, смотрите как. Дождик идет, морозячка такая. Итак,
Включили себя только на орбите. Ничего уж не помню, сидите. Только помню, брат, вечно говорите. Зацепил на меня, ослепил на меня. На пороге добила, а любви не ждала. Зацепил на меня, соблазнил на меня. На пороге добила, а любви не ждала. Зацепил на меня. Смотрите, как люди реагируют, сейчас покажу. Это брещане, непосредственно реагируют всегда. Не нравится — танцуют, не нравится — не танцуют. Вот женщине не понравилось. Глядите, как она выплясывает и позирует мне. Молодец, умничка. Включила себя как на орбите. Ничего уж не помню, извините. Вы что говорите? Зацепил на меня, ослепил на меня. Все, погода окончательно испортилась. Началась такая моросейка. Маша домой идет, Тараса. Но как бы образы Ларчик Шоу стоят. Живые статуи здесь. Люди еще работают, ангел работает. И народу вроде бы много, пятница, но погода, честно говоря, швах, да. Погода испортилась, видите, какой ангел, смотрите, как красиво. Это Ларчик Шоу. Это ангел поправился. Ну так ангелы же тоже едят, наверное, нет? А дубанчики? Или что они, я не знаю, едят, да? Видите, люди спешат по домам, конец рабочего дня. Сейчас бы сидели на летних площадках, потому что еще тепло. Но, наверное, вряд ли буду сидеть, потому что как бы дождик. Хотя людей все равно, мне кажется, будет много. Я всем благодарен, кто был с нами. Смотрите мой канал. Подписывайтесь на канал. Молодежь, молодцы, идут, просто дай мне 5 рублей, я хочу есть. Так и хочется спросить, а зарабатывать не пробовал? Ну вот, работать как-то в лом, а кушать вкусно хочется. Короче, как-то вот так вот. Все, ребят, до свидания, до следующих встреч.